Всем привет, я ребята, и сегодня я поиграю в Майнкрафт на Bedwars, да, и, короче, дело в том, то, что я снимаю сейчас, после того, как я уже ролик как бы заснял, да, я, короче, случайно удалил момент именно первого раунда, то есть, да, короче, там попался, ну, у меня в первом раунде попался читер, потом во втором раунде тоже попался читер, да, и как бы второй раунд вы увидите, в принципе, да, ну и как бы получается один раунд, да. В принципе, раунд получился достаточно интересным, там был тоже читер, да, то есть в двух раундах попались читеры. В первом раунде реально было невозможно убить, а во втором раунде я его смог убить. Все, в принципе, приятного просмотра. На самом деле, очень много крутых карт. Да, вот эту карту я тоже не видел. Да, то есть, это, видимо, Hypixel обновил карты, да. Или что-то такое, я на самом деле не знаю. Я в B2 сыграю достаточно редко, да. В играх я не знаю, сколько я сыграл, но... победил вообще в Bedwars я, побед у меня 20, на самом деле у меня намного больше побед, 30 может быть, потому что почему-то был какой-то баг на Hypixel, и победы, просто, ну, не было побед, да, на Bedwars, да. И, в принципе, да, если кто-то смотрел первую часть, то там было качество аж 480p, это, по мне, вообще не качество, я там просто запутался с качеством, да, и случилась такая жесть, да. Я, ребята, извиняюсь, да, в этот ролик уже будет точно в нормальном качестве, да. Хорошо, давайте я ножницы куплю, да, и еще блоков, да, блоков у меня, правда, маловато, мне надо еще что-нибудь делать, да. Мне надо сейчас сломать, короче, какую-нибудь команду, да, потому что, ну, как бы вот он уже сам сюда идет. Поэтому надо сломать, да, его. Он будет меня сейчас мучить, да. Будет пытаться сломать мою кровать. Если он реально ее не сломает, да. Что вполне возможно. Так, ой-ой, так, смотрите, как мы делаем хитро. Хотя он мою кровать сломает, в принципе, это не страшно, да. Ты, чувак, если честно, ты дебил. Ты дебил. Вот я вот такого не ожидал. Обычно происходит так, то есть, как бы, то есть, я думал, что он пойдет ломать мою кровать. И потом он меня попытается убить. Да. Но он тупанул и пошел зачем-то назад. Я не знаю зачем. Просто прыгнул, да, и как бы все, да. То есть, он сейчас спокойно мог кровать сломать мою, да. У него было 100% шанса сломать мою кровать, но он зачем-то пошел меня убивать. Даже если бы он бы меня бы убил бы, то все равно бы потом бы я бы его убил, скорее всего бы. Так, в принципе, окей. Я вот этим вот это уже сделал, да? В принципе, ладно, давайте я это прокачаю, эффект, да. Не знаю зачем, но я думаю, это мне может помочь, да. Эффект как бы везде должен этот быть. Я думаю, мне это поможет. Да, и тут какие-то такие прикольные дорожки. Я такого еще не видел на Bedwars, да. Очень прикольные карты. Какие-то такие веселые. Если что, то в скобочках веселые, да. Так. Окей, все, я прокачал. Хорошо, да. Посмотрим, у меня тут ничего нету. Я думаю, можно еще блоков взять. И как бы думаю, да, как бы немножко прокачали, теперь у меня ресурсов будет хватать. И в принципе пора ломать, да, кровати. В принципе, ребята, погнали. Надеюсь, что я сейчас хотя бы не упаду. Да. Это будет весело. Так, все, окей. Я на центре, такой большой центр, да. Хорошо. Так, вижу чувака. Ладно, не буду его трогать. Или он что делает? Нет. Он не идет, слава богу, мою кровать ломать. Хотя, я думаю, без кровати можно справиться, но на всякий случай лучше сохранить кровать. Я иду как раз к нему. Да. Хорошо. Я думаю, ему это не понравится, поэтому меня сейчас как бы убьет. И это меня вообще не радует.
Да. Он, честно, бежит за мной или нет? Вроде бы нет. Так, хорошо. В принципе, я ломаю его кровать. И он падает в пустоту. Мне так еще не везло, ребят. Это что, читер? Серьезно? Серьезно. Вот я. Это был читер. Ай-яй-яй-яй. Блин, вот реально. Такие чуваки вообще бесят. Мне кажется, если бить с вот. Ну, как бы быстро бить я буду благодаря этому эффекту, то как бы можно лучше в комбо заводить, да, и это похоже реально на какой-то автокликер. Я, кстати, вот сейчас подумал, возможно, вот я сейчас, возможно, тот чувак реально, у него такой же эффект, и он поэтому быстро меня бьет, да. В принципе, это возможно, да. Но вот первой катки читер реально был, вот это капец, потому что реально, я не хочу, чтобы... Я даже не знаю, как это сказать. Да, я буду чаще ролики пытаться снимать, да. Я просто даже не знаю, что сказать, вот реально. Просто вот реально кажется то, что это читер. Я просто уже... Просто вот, например, на Хайпиксе есть чуваки, которые... Ну ладно, 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 я не буду это рассказывать. Да, в принципе, это неинтересно. Это вообще... Блин, ладно, все, окей, я несу жесть, да. Я даже не знаю, что я несу, что я несу, объясните мне. Так, окей. Сейчас я этого чувака попробую убить. О, спасибо, подтолкнул, красава. Ну, не знаю, мне кажется, вот мне кажется, то, что это я на 4. Ну, конечно, у него может быть хороший пинг, я не знаю, я просто буду начать, да. Хорошо. Берем блоки. Я даже не знаю, что еще можно взять. Можно, конечно, на самом деле много чего взять. Просто моя цель сейчас убить этого чувака. Я боюсь просто вообще оставаться с ним в игре, да. Потому что он может сломать меня, он может еще все что угодно сделать, да. Также возьму огненный шар, да. И, в принципе, погнал ломать тогда зеленого. Ага, он убил зеленого, значит, возможно, он находится там, да? Я же не ошибаюсь? Может быть, я ошибаюсь, не знаю, да. Просто как бы... Не знаю, да. Так, где у нас вот зеленый? Зеленого... А, зеленый вообще далеко, блин. Это вообще не радует. Окей. Блин, ну, мне... вот не знаю. Не знаю, вот там зеленый, он уходит со своей базы, у меня есть шанс. Так. Блин, по-моему, здесь мне придется строиться, окей. Это обидно, но придется, наверное, так делать, да? Так. Как бы... Окей, я возьму динамит. Возьму много динамита. И, в принципе, окей, я погнал. Посмотрим, что у нас получится. Да, ага. Не, реально, тут есть дорожка, все, я погнал. Да. Я на самом деле несу реально дичь иногда. Да блин, ну что это? Давай. Он чё? Это чё было сейчас? Это что-то нечистое было. Подожди-ка. Так. И, естественно, у него не будет урона. Да. Так, я его, в принципе, убиваю, побеждаю, все дела. Естественно, нас встречает очень хороший чувак. Сейчас у меня слиять будет полюбас. Пожалуйста, пускай я его смогу победить. Вот реально. Я надеюсь на это, потому что хотелось бы реально победить. Так. Скидываю первый динамитик. Здрасте. Бомбану тебя, пожалуй. Так, я что-то его задел. Так, немножко хп отнял. И, естественно, он меня убивает. Я даже не удивлен. Даже не знаю, что делать. Потому что, ну, что вот реально делать с таким чуваком, да. Мне кажется, просто делать нечего, да, с ним. То есть, ну, как бы просто читер, я даже не знаю. Как вот, как его реально убить? То есть у меня кровать есть, он пойдет ее сломать спокойно и убьет меня. То есть все. Это спокойно, да. Хотя хотелось бы для ролика затащить, если честно. Но это, наверное, вряд ли произойдет, да. Хорошо. Так, что еще могу прокачать за два железа? Железо алмазы, да. Так, ага. Типа исцеляет, да?
Вижу его, он далеко. Мне нужен какой-то эндерпёрл, мне кажется, да. Я надеюсь, что я вольну. Мне надо его как-то неожиданно прям попытаться убить. Да, вот Яна, как-то прям неожиданно, прям так, не знаю, перекликать его, чтобы он прям испугался, да. Потому что я просто не знаю, как его убить. Просто идей нету, да. Хорошо. Так, он идет ко мне, я боюсь. Так, все, сейчас мы его попытаемся вольнуть. Я вот так вот сделаю. Он сейчас другим походом зайдет. Так, здравствуйте. Так. Давай! Давай! У него мало жизни, давай! Да вот как это работает? Вот реально... О, боже мой, да у него чуть-чуть жизни осталось. У меня такой шанс был. У него там, может быть, залагало чуть-чуть, я не знаю. Блин, реально так... Блин, такие шансы были, вот реально, такие шансы. Я даже не знаю, что теперь делать. У него лук, и он ко мне пришел. Что мне делать? Мне просто будет типичным образом стрелять. Здравствуйте. Так. Давай! Да, блин, не туда он упал. Никуда, куда хотел. Не туда. А-а-а-а-а-а. Блин, да, я не знаю. Давайте я потом как-нибудь, я не знаю. Я сейчас буду с ним мяниду. Это, конечно, обидно. Это, конечно, обидно. Зачем он бомбит? Бомбит. Зачем? Боже, для чего он оригинальный? Вот реально, бомбит дорожку, потом и сам стоит. Боже мой. Окей. Давай ломай. И мне главное тебя столкнуть. Ну, это не случится. Это же читер, естественно. Да. Это просто читер захватили какой-то бедвас. Какой-то, да. Да. Обидно. Я уже реально вспотел, я уже... У меня уже руки вспотели его пытаться убить или вообще... Блин! Чё одни читеры на бедваксе? Чё за день такой? Чё ты делаешь? Ты реально думаешь, что кровать так сломать можно? На хайпикселе так точно сделать нельзя будет. Блин, да чё он оригинальный? Я посмолчу, реально, я помолчу. Я не знаю, какая у него тактика, но... Мне это точно не понравится, да? Он просто тянет время. О, тут лесенка есть. Прикольно. Что теперь делать? Так, чувак, ты можешь? О, боже мой, да что такое? Зачем он по лесенке спускается? Что такая оригинальность? Чё творит? Я реально, он просто троллит меня. Вот это просто жесть. Мне просто не дают нормально заснять ролик. Вот реально, я не хочу переснимать. О, давай, давай. Я убью его, я... Офигеть. ГГ. Капец. О, боже мой, это просто жесть. Я извиняюсь очень сильно за то, что я крикнул, но реально это капец. Фух, капец. Я реально, это самый, наверное, эпичный бедварс. Да. Правда, он, наверное, с другой стороны, и скучный получился, но, блин, это реально эпично было. Вот, реально, я думал, что я его просто подкосую, я не думал, что он упадет. Да, капец. В принципе, ребята, ладно. На этом все, ребят. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я не знаю, я не буду говорить. Ну, не буду просить никакие лайки, да, ни 3-4, ни сколько лайков. Как бы просто, да, заснял ролик, да, надеюсь, понравится, да. Да, все. Теперь у меня 21 победа. Хотя на самом деле из-за бага Hypixel у меня уже больше было бы. Мне кажется, игр я сыграл вот как раз, может, игр 200, хотя можно статистику посмотреть, где она, вот она. Вот, в принципе, да. Хотя тут только победы и убийства, да. Я не знаю, сколько я всего игр сыграл. Здесь, по-моему, узнавать нельзя, да.
Ну, если они... Ну, наверное, нельзя, да, узнавать, сколько всего играл бы Бедварс. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Монтажа здесь придется делать много. Вырезал я много здесь. Вырезать придется и так далее, да. Все, всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.